پیشنهاداتی داشتیم در رابطه با در واقع گسترش همکاریان میان رسانه‌های دولتی ایران و قزاقستان به ویژه صدا و سیما ایران و تلویزیون قزاقستان. Мы предложили кыргызской стороне конкретные мероприятия по развитию сотрудничества между государственными СМИ, в том числе и между гостелерадиокомпаниями. И я думаю, что вот эти взаимные поездки, взаимные визиты экспертов двух стран, ведущих экспертов друг к другу, это поможет решать те вопросы, о которых мы сказали. И как я уже сказал, наше посольство, я сам тоже всегда к вашим услугам. Мы амбулянты, чон бодрате, дар вага, таблигаты рисанайим, банзе, картелхай, аккуратистеш, мухамтарин кари, кимкин, боконим, насин, дават коним, ке ходы мардам берам, во чешме ходешун бевинан, дарьян, че ми гозарам. Поскольку у посольства возможности, как бы, такие, информационные возможности не так велики, поэтому мы стараемся наоборот приглашать людей, чтобы сами посетили Иран и сами оценили то, что там у нас происходит. Мы معتقد هستیم که یکی از در واقع جنبه‌های حقوق بشر این هستش که به اطلاعات درست و دقیق دست پیدا کنه. И поэтому мы вообще-то придерживаемся такого мнения, что одним из главных факторов прав человека является это право доступа на объективную информацию. Парабалин, здоровье, рестораны, которые и дулаты, которые информацию о народам, по мнению, И поэтому те страны, и те средства массовой информации, которые предоставляют неверную, необъективную информацию людям, они в действительности нарушают прав человека. Они таким образом как бы ведут людей в заблуждение и ведут к деструктивным взаимоотношениям между народами. Я думаю, что если были бы предусмотрены предусмотрена кара против вот этих дел, то многие из средств массовой информации Запада, они бы обанкротились. И поэтому мы уверены, и мы в этом не раз убедились, что очень многие представители СМИ, которые посещают Иран, у них взгляды на эти темы меняются в лучшую сторону. И они узнают, почувствуют вот тот уровень подачи необъективной информации про Иран через средства массовой информации. Спасибо.